Друзья, всем привет! Я Анатолий Климович, город Таганрог. Сегодня 30 июля 2016 года. Я прибыл в город Ростов-на-Дону для того, чтобы отправиться на живую встречу в Москву с Артемом Мельником. До встречи в Москве! Сегодня, 31 июля 2016 года, я прибыл в город Москву для живой встречи с Артемом Мельником. Вот сегодня в этом отеле у нас состоится встреча 12:00. Артем, я бы хотел на видеокамеру снимать. Значит, мне что сегодня интересно, хотелось бы услышать, вот какие планы и насчет участников инвестиций в бизнес. Потому что меня вот эта тема очень интересует. И я верю бешено в эту тему, которую ты преподнес. Ты заразил сообщество. Да. Ко мне буквально ВКонтакте заходит, вот после того, как я опубликовал видеоролики, тебе там вот деньгами вот этим все показал. И результаты, какие эффект от участия в инвестиционном клубе. Меня буквально засыпали все вот ходят, но говорят, да, желание огромное, но еще боясь. Да. Не бойтесь, потому что те, кто боятся обычно, те, кто боятся, они никогда не добьются. Я сегодня об этом буду говорить как раз. Вот. И вот при участии, я говорю, я за. Можно сказать, за 10 месяцев я 160 тысяч получил вот именно благодаря Артему, потому что я поверил в него. 166 тысяч у меня чистой прибыли получилось. 166. О, у нас же будет еще тогда коротенькое видео по этому поводу. Хорошо, я расскажу. 166 это на сегодняшний день. Да, 166. Дальше я не знаю, я дальше вложил, они работают еще эти деньги. Так остальные. Как работают? Они работают. Но реально я уже получил даже 2 месяца назад, я 166 тысяч. Не, вообще инвестирование в недвижимость, драгоценные металлы, фондовый рынок, бизнес работает. Ну, если у кого-то еще сомнения есть. И Артем, можно сфотографировать? И, да. Артем, сейчас я хотел еще что сказать. Вот многие, конечно, вначале недоброжелатели были. Вот ВКонтакте. Они всегда же будут. Когда увидели, что я вложил, а когда я чем будет круче, тем больше будет. Мне сразу типа вот такая пошла сообщение. Вот посмотри, вот ссылки туда. Вот смотри, как он обложил и так далее. Все, как он локоть. Вот. И в ответ, когда я опубликовал, говорю, вот они реально полученные мной, вот 35 тысячных купюр, так говорю, которые получил. Вот. И это только начало. Замолчали, они замолчали все. Замолчали. Но я анализирую, почему эти люди, они среди нас были вначале. Почему? Да, они вначале нет, они думали, придут легкий, так сказать, путь и так далее, что мгновенно я получу эти деньги. Да. Вот. А когда они начали отсеиваться постепенно, они-то деньги вложили, конечно, деньги не поступили мгновенно, они начали тебя обвинять. Они думали, что ты им принесешь деньги, типа, на тарелочке возьмите. Или начали бить деньги и так далее. Но они бить они же. Я хочу так сказать, что у нас инвестиционный клуб когда начался? Анатолий с самого начала. В августе месяца, да, он с 1 августа начался. Я где-то на 8 число я уже был с тобой. Да, у нас за это хоть время. Первый день я сразу. У нас же за это время более 100 человек проинвестировали. Ни в одной инвестиции ни один человек не потерял ни одной копейки, а минимальная инвестиция составляла 18% годовых. Да, 18%. Это гарантированно. Да, год. Ну, Артем, а по поводу проектов можно предложить проект для инвестиционного клуба? Который не деньги инвестировать, а проект, в который можно инвестировать. Конечно. Поговорим об этом. Да. Все можно. И то, что интересно, Артем, что это впервые в Рунете в мире. Ведь всегда привыкли как? Вот, привыкли, вот договор так, штампы, печати, сроки там ответственность. Здесь все заключается на вере в этого человека. Чисто вера. А вера приходит со временем. Вот я анализировал 3 года, можно сказать, анализировал. И я понял, что как может Джон Кехов. А? Если ты доверяешь миру, да. Нет, ну как может, если бы, допустим, он был лохотронщик. Как многие, вернее, не многие, а некоторые говорят об этом, так везде рассылают. 10% людей всегда будут говорить негатив. Как бы такой человек, как Джон Кехов, принимал, так? Как Роберт Киосаки. Там люди, которые принимали его, можно сказать, в своем офисе, там жена его чала. То есть это же система убеждений. Просто если человек направлен на позитивные составляющие, он будет это притягивать к себе. Вот. Мне очень понравилось видео с Александром. Очень здорово, классно, спасибо. И я потом нашла ответы на свои вопросы, которые были связаны с финансовым потоком.
как раз они висели в воздухе, посмотрев, я поняла, немножко скорректировала, осознала и сразу по-другому создала. Система убеждений, да?